Вы точно не знаете, что такое тип в Python, а слово совсем. Как изучить тип? Большинство ребят скажут, здравствуйте, ребят, кстати. Мы уже изучили. Показываю. Скорее всего, это так. По крайней мере, в первые 4-5 лет. Вам надо добраться из точки А в точку Б. У вас есть выбор пойти пешком. Время ограничено. 2-3 минуты. И у вас есть велосипед, на котором действительно можно преодолеть. Что такое тип? Большинство скажут, это тип хранения. Тип – это хранение данных. Иными словами, скобочки, кавычки. Задачу помнить, которую я говорил. Велосипед – это механическое транссредство и дальше бла-бла-бла. Итак, вам надо добраться с точки А и в точку Б. Вы приходите и говорите, велосипед – это транспортное средство, которое приводится в движение мускульной силой. Ну что, поехали? Да не поехали. Ну что, скобочки вам дают что-то? То же самое, как велосипед. По моему разумению, мне видится, что для того, чтобы ответить, что такое тип, надо ответить минимум на 400 вопросов. Написать 7000 строк кода. Да, кстати, ребят, в описании видео, там, каким образом прийти к типу, 4 пункта я перечислил, что я использую. Посмотрите его, оно короткое, 2 или 3 минуты. Теперь открываем тип. Ребят, а я здесь не вижу, что здесь написано вообще про хранение данных. Здесь нету этого в документации. Но вам так сказали. Все просто. Я не хочу сказать, что неправильно сказали. Я хочу сказать, что типы идут в начале. Почему? Потому что так устроены справочники. Это передача информации от профи к профи. Но это не подходит к новичку. Типы изучаются в три этапа. Первый этап – это вот так можно. Второй этап – так, как я показал в видео. И третий этап – это после классов. Полное изучение типов. Так, кстати, здесь нету скобочек. А тип есть? Наверное, я тогда у вас спрошу. Не забывайте про это видео. Там как раз будет понятно то, о чем я сейчас говорю. Оно в описании. Хотите читать код свободно? Хотите читать документацию свободно? Хотите писать код с головы? Моя система проста. Задаю правильные вопросы в правильном порядке. Контролирую, чтобы вопрос был усвоен на практическом уровне. По коду и комментариям исправляем пробелы и недопонимания. Веду к практическому применению. Практическое применение – это чтение документации, чтение исходного кода, написание собственного кода. Так что, ребят, у вас появилось, я думаю, очень много вопросов. А действительно, что такое тип? А где здесь тип? А как прийти к типу? А как прочитать тип в коде? А почему надо на столько вопросов ответить? А на какие вопросы? Ну, об этом я сказал, об этом видео. А почему столько строк кода? А все просто. Потому что тип – это не скобочки. Это нечто другое. Это то, что вы бы делали в жизни реально. Помните, от точки А в точку Б. Я уверен, что ни один из вас, ребят, когда надо за минут 5 доехать там, ну, например, встретить кого-то до автобусной остановки, и есть выбор, но понятно, что на велосипеде можно. Вы бы не стали около велосипеда и не начали говорить. Велосипед – это механическое транссредство. А чтобы вы точно знаете, что просто надо взять, сесть на велосипед и крутить педали. Вы знаете, что делать. Вопрос. А здесь где крутить педали? Как крутить? Но это точно здесь есть. Это и есть чтение кода.
После него идет написание. Не забывайте про видео. У меня все.